А ты зачем сюда пришел? Забыл? Милок. Милок. Римма Васильевна Маркова, советская российская актриса театра и кино, народная артистка России, снималась в фильмах «Бабье царство», «Вечный зов», «Сладкая женщина», «Покровские ворота», «Гардемарины вперед», «Ночной дозор» и многих других. Надя, что случилось? Ничего. Как ничего? У тебя лицо серое. Его аппендикс что-то шалит! Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонитов! Как? А вот так. Костя Лубенцов. Чистенький мальчик. Младший брат актрисы, народный артист СССР Леонид Марков. Похоронена в могиле матери на Николо-Архангельском кладбище Москвы. Эка ж подлый человек устроен. Когда у него что есть, сроду не ценит.